В ближайшие 3 года в городе Воинской Славы Ржеве отремонтируют 36 улиц и 21 дворовую территорию. Ремонт улично-дорожный. Сети будет вестись в рамках закона о статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город Воинской Славы». В этом году в план ремонта дорог в Ржеве планируется включить 12 объектов протяженностью более 7,5 километров и привести в порядок более 21 тысячи квадратных метров дворовых территорий. На эти цели запланировано направить свыше 210 миллионов рублей, из которых более 168 миллионов – это средства областного бюджета, 42 – местного. Уже сейчас в городе Воинской Славы ведутся активные работы в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Обустройство обелиска в центре города на Храмовой горе – это дороги города Ржева, которые сейчас приводятся в нормативное состояние. Благоустройство дворовых территорий, часть фасадов в оставшийся месяц апреля будут еще завершены. Началась работа по формированию так называемого парадного въезда в город. Также в работе находится мостовой переход через реку Лоча.